Всем привет, с вами Андрей Чен. Ну что, Last of Us, новый. Многие, надеюсь, может быть, смотрят сериальчик, я смотрел, ну прям мне зашло. А особенно третья серия, кто понимает о чем, я про двух бородатых мужиков. Так вот, у Ченда появился PlayStation, все настроил для того, чтобы делать для вас новые игрушки. Ну что, давайте, один из нас, нам что-то нужно по настройкам, есть управление, у нас DualSense, это... натяжение ру. Ладно, по настройкам я думаю, что все хорошо. По звуку давайте так, нету ли какой-то тут авторской музыки, которую нужно было бы желательно выключить? Мне кажется, нет. Ну, запускаемся. Один из нас. Так, оставшиеся позади. Пройдите дополнительные главы, действия которых разворачиваются во время событий игры. Один из нас. Так, внимание, рекомендую сначала завершить сюжетную кампанию. Ну окей, начинаем. Новая игра. Так, нормально. И так, старт. Выбран уровень сложности нормальный. Можно в любое время игры изменить. Окей. Давайте. Потому что на компах, вроде бы... данная игруха должна выйти в конце марта. Ну так просили, так просили. Да причем я и хочу там некоторые игры VR. Я купил еще Resident Evil. Не знаю, вышел уже на канале или нет. Надо будет проверить. Потому что выпускаю все по возможности по-разному. И там это все можно в восьмом Резиденте играть в VR. Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй. Подвинься. На работе достали, да? А сюжетная линия такая же, как и в сериале, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. А в 12 нет сил прирекаться. Машина превратится в тыкву. Вот. Что это? С днем рождения. Это мы будем с зомбаками бороться, правильно я понимаю, Жиш? У тебя ведь часы сломались. С теми люди-грибы? Ну, вот я и решила. Нравится? Конечно. Скажи да. Нравится. Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. О-хо-хо-хо. А, приколист. Значит, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Нормальное воспитание. Ага, сейчас, мечтай. А прикиньте, она не пошутила. Она просто там это... держит целый район по дури. Блин, ну слушайте, пока что прям очень сильно похоже по сериалу. Вот прям трындец как похоже. Саундтрек такой на фоне этот. Да, и реально начнем сейчас с того, что бати нету дома, и она в шоке, и начался звездец. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Да? Дядя, охрененно. Ты... Алло. Окей. Мне уже нравится. Не, ну и качество, слушайте, такое прям достойное. А все, мы играем? В чем там дело? Ой, прям класс, смотрите. Сильно, сильно. Окей. Вот елки, забыла отдать открытку. А что там? А, с днем рождения, угу. Окей, а если мы типа включим, мне интересно, включим даже субтитры. У нас будет переводить? Ну типа для тех, кто не силен. Давайте сюжетные реплики. А, наверное, нет. Типа, переведи сам, да? Я прав?
А, можем так. Стоп, 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 стоп. Тогда давайте выключим титры. Все, то есть можно нажимать перевод. Ты все-таки не вымер пока еще. С днем рождения, милый папочка. Окей, это поздравление от дочки к папе. Так, за окном еще нету зомбаков наших. Значит, выходим из комнаты. А темно-то как? Судя по всему, идет телек. Она должна зайти к папе в комнату, а папы в комнате нету. А, это не... Ладно. Ну, папа здесь тоже время проводит. Судя по всему, у него благовоние стоит. Так, Техас. Количество случаев загадочной инфекции. Это про коронавирус. Выросло на 300%. Больницы региона перегружены. Окей. Начался апокалипсис, как говорится. Папочка. А вон свет. Ты здесь? Связано с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Там что-то происходит. Хрена себе рвануло. Ёперный театр. Папа? А что оно хотело, чтоб я нажал L3? Так я нажимаю. Ничего не происходит. Я, наверное, поздно нажал или что? Так, по управлению Папа! Пока у нас ничего. Спускаемся. Это что происходит? Что-то рвануло. Полетела полиция. О. Его телефон. Нажать L3. А зачем? Это типа для фокусирования, куда я иду, наверное, да? 8 звонков. Где тебя носят? А, Томми ищет. Позвони его. Позвони мне. Иду. Окей. Так, бобики, пожалуйста, тихонько. О, господи, бля, это мое отражение. Испугался своего же отражения. Ну, это чент, это нормально. А! Бля... Наконец-то. Сара. Батя! Ты цела? Ёперный да. Театр. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Оба! Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда. Скорей. Это же... Джимми! Ты слышишь, что я тебе говорю? Скорей! Скорей! Господи. Согласен. Ты выстрелил. Сара. Мне тебе показалось. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Ага, это тот наш напарник. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза вроде какая-то. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара. Ты как, солнышко? Нормально. Хорошо. Вообще, как будто ничего не бывало. Ты включишь радио? Да. Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда.
А сколько умерло? Думаю, много. Я так понимаю, игра типа вышла вместе с сериалом, да? Именно это первая часть. А вторая часть — это продолжение первой. Ну, я ни во что не играл, поэтому для меня это все как новое. Что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. О, по фильму тоже было, когда это ехали, полыхал дом, реально. Надеюсь, он успел нести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Конечно. Это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю, и все. Ладно. Ох, кто там на дороге? Ты что это делаешь? Езжай давай. А-а-а, реально, реально. Блин. Тупо все как в сериале. Значит, девочку убьют. Если бы ты видел, что видел я. Еще найдется кому помочь. Ладно, не буду спойлерить по сериалу. Вдруг кто-то не смотрел. А то сейчас чат будет всю комбету, весь сюжет ломать. Плохо дело. Когда всем до одного одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё. Разворачивайся. О, господи. Томми! Это какие-то психбольницы? Охренеть! Что за хрень? Да, я видел! Охренеть! Это сворачивай давай! Эх, понеслась жара! Откуда они бегут? Выбирайся. Ниоткуда, от кого? О, нет. Не останавливайся, Томми! Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Сзади тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! А там зомбаки, да? А! Все нормально, так было задумано. Папа? Эй! Пап! А? Просыпайся, тут людей жрут. Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Окей. Нормально ты ему вмазал. Пап? Я здесь, милый. Чтоб знал, как яблоки я воровать. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Ладно. А мне нужно бежать. О, теперь Чент управляет. Томми, прикрывай. Закрой глаза, Сара. Тут жрут людей. Мы в Техасе. Да бегу, бегу! Блин, ну графика красивая, прям. А мы можем поворачиваться, когда бежим? Наверное, пока нет. Куда? 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 Туда. Обещаю. Ты где? Куда мы бежим? Переулок, давай в переулок. Прям в этот? Что? Что делать? Томми, открывай. Вперед! Он мертв! Наверное. Но не точно. Почти пришли, малыш.
Я представляю себе это в VR играть. Все, чет тут не то, что... Можно строить целый квартал. Но в VR мы будем играть в Resident Evil. И в другие игры. Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Так. Почти бежим. Ой, за нами бегут. Вижу по тени. Они приближаются. Да-да, я вижу тень. Папа? Папа может, все что угодно. А-а-а, полицейский дяденька, извините. Нам с вами не по пути. О, все. Не бойся. Ну, это вот был единственный спойлер. Эй, ну, я еще весь сериал не смотрел. Я посмотрел только три серии, моя по-моему. Дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание. Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Уничтожить. Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Животное. Не надо. Дядя Томми, спасибо большое. Сара. Да, не то, что я говорил. Так, убери руки. Не, на самом деле, что сериал до конца не смотрел. Вот я не буду смотреть, будем играть вместе с вами лучше. Потерпи меня. Потому что вот реально все по сериалу идет. Посмотри на меня. Вся сюжетная линия. Иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Жалко девчонку тут было. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня, Сара. Я... Какой-то грустный момент прям. Господи, господи. Прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка. Господи. И озвучка прям такая, прям... Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное... Охренеть, как фильм. Начинается все. Сильно. Я думаю, это заслуживает лайка. Хорошая игруха. Молодцы. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено. Мне нравится, как многие игры стараются, бывает, делать приближенные к фильмам. Связанные с нехваткой продовольствия, больше погружает в сюжет. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя цикадами. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев цикад. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Окей, давайте. Лето. Двадцать лет спустя. Одну минуту. Доброе утро. Напарница. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? Бегала? В Вест-Энде. У нас. Но твоя футболка совсем не пахнет. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали. Дай-ка угадаю.
Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Наваляла? Пустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я его выследила, да? Где он? Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Блин, в некоторых моментах реально, что с фильма графика. Вот эти особенно здания, вот посмотрите. Тут уже канал людей переводится, да, чуть-чуть замечается. Но, блин, насколько графика развивается с каждым годом. До комендантского часа мало времени. Ну, комендантский час это да. Мне с утра принесли повестку. Управляют на общественные работы. Комендантский час, повестка. Ну, тут по другому поводу. Как говорится, в мире произошел звездец. Внимание! Граждане обязаны носить с собой удостоверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. А я уже могу бегать? А куда мне идти? А, за тобой, окей. Ой, это кого-то тут словили или что? Они типа пытаются вычислить, кто больные? А сейчас идем, секунду. Мне сейчас кажется, кого-то застрелят. Сейчас, а это не чиста, да? Типа это что-то укололи. О-о-о! Ладно. Мы куда собирались, да? Все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Теперь я Лариса? Новые документы. Документы. Пожалуйста. Лариса Трахтенберг. Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите! Закрываем! Наверное, мы уже в гости не идем. Так. Быстрый разворот. Ага, типа, это быстрые развороты. Окей. И L1 бежать. Побежали. Всем гражданам немедленно покинуть его ответственности. Похоже, все чисто. Идем. Что, сегодня в гости не идем, да? Ну и ладно. Вот себе и легкий путь. Останови уже кровь. Как мне это сделать? Так, выбор аптечки и R2 удерживайте аптечку. Ага. И R2. А что он делает? А, ты руку перемотал. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. Нас понемногу обучают. Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно.
Это какая-то своя местная охрана? А не. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ладно! Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше, цикад. Бегать мы пока что не можем, должны идти пешочком. О. Это мы? О, можем бегать. Привет! Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. Давай. Там двери? На самом деле, знаете, что я слышу? Стоит звук стерео. И, блин, кто смотрит через телефон, мне кажется, это все-таки стерео было бы неплохо выключить. Вот так вот, чтобы все было... А ну-ка, спокойно. О, равномерный звук. Оно как бы больше погружает, конечно, один наушник больше, другой меньше. Но пусть сразу два наушника дают звук равномерный. О, боже. Ну и вот. Выбрасывают все подряд, дышать нечего. О, генератор. А у вас экофлоу нету? Снарягу? Пошли. Так, ну, логично, бежать, хрестик нажали. Наши рюкзаки никуда не делись. О, у меня будет ствол. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ага, нужно будет экономить, да? Так, у нас есть какая-то маска. Новое оружие, перезарядка, R2. Ну, ковбой. Подсади меня. Ха! 5 патронов. Дальше что? Ну, патронов реально мало. 5 патронов, это, конечно, сильно. Готов? Естественно. А я сам запрыгну, правильно? Я ж типа мужчина хоть куда? Руку. А, ладно, поможешь. Все, вопросов нет. Ну... Ух ты, сильная женщина. Давай. Нормально у вас убежище. О, мы в ресторанчике, в кафешке какой-то. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Ой, как красиво тоже. Ты же знаешь, какой я романтик. Да, уж знаю. Где лестница? Где лестница? Должна быть где-то здесь. Вот лежит, ты что, не видишь? Ослепла или что? Супер, тащи. Зато лестница, наверное, оцинкованная, не ржавеет. Ага, нам сюда, я понял. Дамы вперед. Джентльмен? Дамы. Это я, что ли, дама? Ладно. Ну, вроде того. Сюда. Ты просто очень сильная женщина. Теперь вниз. Куда? Куда вниз? Я ни хрена не вижу. А можно фонарик включить? О! Спасибо за инструкцию. Догадайся сам, называется, да? Окей.
Ладно, я догадался. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь. А чё ты без фонарика Если ходишь? Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Ты чё, в темноте умеешь ходить? Кстати, а когда следующая партия? Стой, споры. Что споры? А, маску одеть. Ага, окей. Чтоб типа не заразиться. О, и теперь у тебя фонарик есть. Так. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, видите, откуда-то. Бейла уже нет. Нет патронов тут, случайно? Нету. Окей. Пошли. Присесть. О, это а что? Вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Ну да, что-то он это... Немножечко того. Подустал. А что ты тут сидишь? Судя по всему, нам сюда. Здесь должны пролезть. А ты что думал? Да. Взял, убрал тут подпорку. Потолок проседает, осторожно. Может быть, потому так и стояло все. Чтоб не проседало. Тише. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Кто? Не хочу превращаться. Слушай, у меня патроны. Не бросайте меня. Ты что задумал? О, патроны. То есть хотят, чтобы я его грохнул, да? Чувак, ну это. Пошли. Ну, все, мы использовали патрон. Можем зарядить. Один пат... А, у нас уже теперь есть 6 патронов. Окей. Мы теперь знаем, как стрелять. Но зря стрелять не будем. Так. Нам нужно найти какой-то выход, правильно? И если мы будем еще находить патроны, будет вообще шикарно. Так, присели. Впереди, слышишь? Ш-ш-ш. Слышу. Подкравшись к противнику, нажмите, чтобы взять его в захват. А, я убиваю зараженного какого-то? А, это чтоб тихонько, скажем так. Так, они кого-то жрут. Кошмар. И что будем делать? У нас сейчас получится, типа, незаметно подойти? Или нам придется наваливать? Захват! А, бля! Тут пока еще с этого джойстика нацелился. Правильно, дай ей. Ну, это все. Блин. Целиться с джойстика, конечно, сложнее, чем с этого. Возвращаемся в город. О, ну ладно, держи. Спасибо, что завалило. Спасибо. Давай. Так, а как мы лечимся? Давай вспомним. Стрелочка вниз. И... R2. Окей, все, нам теперь лучше. А тут нет патронов запасных? Ну, мало ли, вдруг там кто-то оставил, не? Окей. Так, мы... А куда ты ушла?
А, вот патроны. А, не, а что это? Нет места? В смысле нет места? Блин, там батончик был. Я думаю, если бы я его сожрал бы, я подлечился бы и не использовал бы аптечку. Ну, не зря тут такая комната. О, патроны. Я же говорю, надо было побегать. Давай зарядим. Дополнительный патрон, он нам пригодится. Ну, вроде бы все, больше ничего такого. Все, ладно, идем. Так, ну на лестницу наверх. Мадам, а ты где? А, поднимается, все нормально. Что, прям прыгать? Ладно. Нажмите. А, ну что, выключи. Спасибо. Как включить фонарик? Либо я провтыкал, либо вы не сказали. Зато как выключить фонарик, вы вот написали. Что я люблю природу. Потому что город воняет. Да, вот только сейчас ноги помочить. Воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Ну, очень странно, когда 20 лет прошло, у него освежители воздуха просрочены. Не должно было бы так. Сюда. Сюда. Прикрой вход. Ладно. Это я прикрыл? Так, тут ничего нет такого прям. Так, лазанье. Ну, так логично все. О, а тут надо прыгнуть. Как Черт. Будем прыгать? Доска упала. Ну, придется прыгать, правильно? Давай. Покажи пример. Ну. Прыжок. Веры. Нет? Будь другом, а? Что? Сейчас. Что сейчас? А что будь другом? Что сейчас? Я что-то ни хрена не пол. А что я должен сделать? Ну, она типа ждет, наверное, что я спущусь. Наверное. Так, и что? А обратно я залезу? Нет. Ага, ну вон вижу есть отверстие. Тут у нас не пройти. Ну окей, ладно. Я только не понял, что будет другом, что мы должны сделать. Да нет. А что, просто прыгать? Ну давай попробуем. Так. Не-не, встань, что ты сел? Совет. Дай мне эту доску. А, можно совет просить. Блин. Так сказала бы сразу, что тебе нужна доска. Черт побери. Где она? Ну-ка, передай мне. Передам тебе, на. Держи. Ты ж сильная Надежала. Женщина. Ничего страшного. Справлюсь как-нибудь. Конечно, ты же у нас просто да Халк. Ладно. Ты чудо-женщина. О. Уже близко. Так, главное не упасть. Балансир... А я должен был балансировать, да? Ну ладно. Я без балансировки прошел. Ты где? А, вон она снизу. Так, слушай, тут бляха-муха. Рядом солдат. Темнеет, по-моему. Чисто, пошли.
Так, тут надо присесть. Иначе головы ударились, как я вовремя, да, нажал прям? Ну. Закрой. Пожалуйста, надо сказать, пожалуйста. А не закрой. Что за неуважительное отношение? Так, патроны есть? Патронов нет. Бери патроны. Пригодятся. Ладно, патроны есть. А еще есть? Так, я еще не вижу. Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. А-а-а. Наш... малолетний шпион? Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Это типа пошли. Был знак, да? Окей. Итес, Итес! Эй, красотка, как делишки? Говорят, не есть товарищ. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. А что вы хотите, чтобы я туда пошел? Привет, бандиты. Что? Тронул, купи. Что? Давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Это у вас тут это? Вы, вижу, тут UFC занимаетесь, да? Ты куда поперся? Малик. Сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. О, это женщина-огонь, понял? Любого остановит. Как? Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Не спрашивай, я спросил. Ну, нам сюда, правильно? Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Ага, это, короче, какая-то местная валюта, да, у нас? Убежали. Началось. Не говорите, что придется шмаляться. Ой, они с пистолетами. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Да. Да! Я прикрою. Нормально. Ты, женщина, ты такая, конечно. Не пытайтесь атаковать лоб. Заходите противнику во фланг, используя окружающую... Ага, окей. Так, заходим во фланг. Вот сюда. Оп! Опа! Первый готов. Ты просто снайпер. Один патрон, молодец, и ты готов. Ковбой. Да, я молодец, одного грохнул. Ты тоже. Откуда у него столько людей? А мы можем патроны забрать? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. А где их пистолет? Не, нету. И у этого тоже нету. Ну ладно. Пошли дальше. Ну ты женщина просто, конечно. Бесстрашная. Черт, тут не пройдем. С ноги. А, нет. Эй, подсади. Пожалуйста, он говорит, подсади, пожалуйста. Дай руку. Даю.
Так. Роберт! О, мясо побежало. Или мы такое не едим? Иди сюда. Ну, логично. О, сейчас будет опять Вальва. Снова люди Роберта. Что, опять? Опять шмаляем? Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Первый готов. Пошли, пошли. Куда? А, я думал, мы должны второго завалить. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Так, выключить фонарик. Один, я другой. В наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке и ждем. Бац, бац, бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. А, говорят, во всем городе так. За них круто взялись. У меня там брат. Так, я так понимаю, мне нужно зайти со спины. Мир спасти, придурок. Да. Надеюсь, он жив. Так. Вот он стоит. Ну, наверное, мы должны аккуратненько зайти сюда. Ох, ни хрена себе аккуратненько зашел. Ни хрена себе, ты видел? Не, не видел. Я случайно. Блин. Они ко мне идут. Так, один здесь, а второй где? Держи их! Да бля, как стрелять? Берегись! Берегусь! О, вот и он! Где? Где второй? А вот и второй. Блин, я хотел красиво! Так, два готово. Ладно, придется валить их так. Влево! А, бля, не увидел! Теперь я ему! Да, как стрельнуть? Шо? Шо? Не эйкай уже, все, да эйкался. Бляха-муха. Так, патроны. Патроны. Так, нам нужно жизнь это восстановить, правильно? На, перевяжи рану. Спасибо. Спасибо. А то что-то чем-то это, немножечко... Доступно обучение? А что я должен нажать? Так, аптечка восстанавливает здоровье при ранениях. Для применения удерживайте. А, я могу что-то изготавливать? Ага, я могу изготавливать аптечки. Ну, а что я не перевязываюсь? Все. Так, а что у нас на улице? Мы там тоже шмаляли, я видел. Может, тут тоже чьи-то патроны? Да? Нет. Ладно, патронов нету. Должны были красиво тихонечко убить, но Чен, как всегда, в своем репертуаре. Если у вас мало патронов, меняйте.
Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. Ага, удерживайте L2. Кем он сегодня остался? И нажмите для... Этот псих боится быть один. Ага, окей. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. То есть я должен их как-то отвлечь. А куда отвлекать будем? В каком положении? Так, ну слушайте, этого можно, по идее, грохнуть. Мы не будем его перемещать. Доступно обучение. Что за обучение, я что-то понять не могу. А, вот, артефакты. Ага, памятка для военных. Бегу, не позволяйте себя окружить. Сталкер. Ага. А, это какие типа бывают эти? Говнюки, которые заражены. Карта карантинной зоны. Окей. 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 Так, одного грохнули. А где моя бутылка? Так, я где-то бутылку потерял. У меня была бутылка. Ладно. Так, кого мы видим? Ой, чихнуть хочу. Будь здоров, спасибо. Ой. А что, все поуходили? Очень странно. А, нет места для бутылки. Так, секунду, как мне спрятать оружие? А, у нас уже есть бутылка, вот она. То есть у нас бутылка и спряталась. Ага, вот там кто-то стоит. Ага, ну со спины можем зайти. Как по мне, сначала схватить его тихонечко, а потом оттащить. Тихо, тихо. Так держать. Я старался. О, патронов 6 штук было, нормально. Так. Так, ну тут нужно что сделать? Там разошлись. Как-то стрелять вообще не варик, правильно? То есть нужно кинуть бутылку. Ну, я так думаю. Куда будем бросать ее? Надо подумать. Чтобы они так подошли. Я даже знаю, куда нужно бросить. Блин, ну они наблюдают. Так. Ну давай, например. Вот тут станем. Кидаем бутылку. А? Что за? Что я за? Что-то слышал. Ты что-то слышал? И... Что ты слышал? Так, один идет. Эй, ты ничего не слышал? Нет? Эй, берегись. Твою мать. Что? Что ты бегаешь, блин? Эй, у нас тут труп! Цепью! Чё мы? Сядь! Ой! Бля! Готов один. А, блин! Чен, всё плохо позда... Пай! Бля! Блин, я понял, я спалил трупа.
Если противник не видит вас, вы можете его отвлечь внимание. Блин. Ладно. Мы перенесли ящики на южный склад. Блин. А я, получается, кинул бутылку, и они увидели труп. А как же Роберт? С кем он сегодня отдал? Ладно. Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Так, ну этого мы сейчас задушим, это понятно. Первый готов. Тихо, тихо. Не надо, слышь, ты брось это. Брошу. Все, бросаю. Впечатляет. Стараюсь. Надо перезарядиться. Так, где второй? А, мы ж можем наверх пойти. Точно, блин, а чё я понизу пошел? Вот в чем проблема была. Надо было идти поверху, то есть тут задушить. Все, сейчас мы все сделаем. По красоте. Спокойно, мужик, спокойно. Да давай по-хорошему. Вот тут его грохнем. Нам главное теперь сейчас этих верхних не спускать на низ. Уходим. А, стоп, там патроны должны были с него выпасть. А где патроны? Нету? Или я уже забрал, получается? Так, а теперь мы идем наверх. Не зря же нам тут лестницу сделали. Смотрим. Вот, один стоит на входе. Так. Так. Ой, нас заметили. Послушай, расслабься. Блин. Он что, дебил, не заметил? Держи его! Блин, надо ж было... Да бля! Какой-то у нас мордобой пошел. Черт побери, хотел опять по красоте, получилось как всегда. Давай перематывайся. То есть получается, когда я держу его в захвате, я не могу держать его до бесконечности. Так, жизни пополнили. Так, а где они? Никого пока не видно, да? Ладно, продолжаем. А, они вон ждут нас. Ну давай патрон в голову, так патрон в голову. Готов! Четко! Ваншот! Так, где-то еще один. Ага, вон он. Ладно, третий патрон был лишним, согласен. Нужно было взять больше людей. Нормально все. О, ножик. Да, ты прав. Или что это? Нажмите, чтобы взять. Так, секунду. Пошли. Пристань вон там. В захват ничего не подозревающего противника. Нажмите, чтобы бесшумно убить его заточкой. Нормально. У нас теперь есть заточка. Нам бы еще аптечку бы. И вопросов бы не было. Ну ладно. А, все, уже никого нету. Ты уже так стоишь спокойно. А я тут это наклоняюсь. Так, патрончиков нету.
У нас две обоймы. А куда ты ушла? Может, тут что-то полезное есть? Вот, патроны лежат или что это? Аптечка. Тем более. А это что? Бутылка? Ну все. А больше ничего. То есть вообще мы должны, возможно, были всех тихо поубивать, но получилось как получилось, да? Так, ну по здоровью пока еще ладно. Потом можно перемотаться. Поднимаем. А, надо держать. О-о-о, наша песня хороша, начинай сначала, я понял. Вон он. Кто? А, то, за кем мы пришли? Так, ну... Надо пока все максимально ну, скрытно хорошо. Делать. Окей, так, понеслась. Их тут полно. Грузы уже давно не приходят. Сначала атаковать в открытую или из-под тишка? На юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Так, ну вот туда давай. Жрать захочешь, наймешь себе охранником, куда деваться. Чертов Роберт, надеюсь, он хоть сдержит слово. Ну, сдержит, и что? Говорю тебе, этой зоне крышка, нужно выбираться отсюда. Спять. Идти за стену самоубийства. Пробандисты ходят? Что тут будет, когда припасы кончат? Эй, эй! Я лучше. Может, по-хорошему договоримся? Договоримся. За точкой. Это, по-вашему, бесшумно, да? А палку я зачем взял? Зачем мне палка нужна? Чтобы отвлечь. Типа, ее можно куда-то кидануть. О, Господи. Так, одного вижу. Что будем делать? Того не заметят? Цепью. Бля, заметили. Ладно. Вон там. Так. Вот и все. Будем, как говорится, по-красивому. О, тихо, тут... О, какая шикарная палочка. Ой. Так, секунду, мне нужно восстановиться. У меня пока лечение. А, это ты, фу, не пугай меня. Где он? Ага, вот там он. Вот, наконец-то в голову. Отлично. Конечно, целиться с а-ля... Это что? Патроны? А это кирпич. Целиться мышкой на самом деле, конечно, удобней. Это правда. А вот еще патроны. О. А, это наша. Фух, что ты пугаешь? Я уже немножечко это... Это что, кирпич? Да. Короче, тут можно было много кого отвлекать, но мы пошли, скажем, путем другим, да? Так, ну вроде больше ничего, пошли. Вроде бы мы всех завалили прям. Кого-то в скрытую, кого-то в открытую.
Не, слушайте, такого не было в фильме, так, по такому сюжету именно. Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Тихо, тут аптечка была. Сейчас пойдем. Пригодится. Роберт! Так, чтобы начать целиться с другого плеча. А, ни хрена себе. Типа, чтоб не мешало. Не будем тянуть. То есть бывает удобно целиться с одного плеча, либо с другого. Ну, бля. А! А ну назад! Мы хотим поговорить. Роберт! Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Не, сейчас... Нахер пошли. А? Удирает. За ним! Роберт! Роберт! Джоэл, сюда! Где он? Куда? Туда? Вон, я его видел. Побежали. Я его преследую. Почти взяли. В смысле, а где он? А где взяли? Ты куда побежала? Ага, ну вот что-то двигается. В окно. Все, доигрался, кучерявый. Привет, Роберт. Тесс. А, подруга. А. Ты смотри, как заговорила. Без обид. Конечно, без обид. Ну, что ты? Ты что, просто палку тебе в сараку засуну? Мать твою. Без обид. Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Угу. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да, тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... О, теперь ты показываешь мужчину? Черт! Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого я же... пушки? Не могу. Дайте пару дней. Через 15 минут буду, да? Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Угу. Красавчик. Эй. Их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. Да. И пушки наши. Что скажете? То есть ты продал, а теперь идем заберем так, ну да? Что? Молодец. Перебьем этих... Мне кажется, сейчас она пустит ему пулю в голову. Это плохая идея. Ну, хватило бы одного патрона, но можно и два, ладно. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. О. Ну вот. Сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. А так, есть чуть-чуть. Где Роберт? Вот. Он был нужен живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Мне нужно кое-что выполнить. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. О, прям. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора.
Решайте. Военные. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. А у меня вопрос. А мы можем, типа, сохраняться теперь в этом моменте? Один момент. Есть. Вот, я думаю, что вот на этом моменте мы с вами и закончим данное наше прохождение. Давайте сохранимся. А, так оно само и сохранилось. Автоматическое сохранение на самом деле и произошло. Поэтому с радостью прочитаю ваши комментарии, как вам игрушка. Можете дать какие-то свои советы. И увидимся уже в продолжении Last of Us. Всем пока.